Всех приветствую. Добрался до замены под домкратников на копейке. В связи с тем, что оценили усилителем, еще и выгнил пол. Снизу уже срубил. Сейчас буду сверху. Хотя сверху и было залито все, как видите. Но это не помогло. Пока вырубаю зубилом. Сейчас пойдет и болгарка. С левой стороны уже заменил усилитель пола. И теперь с правой надо все разделать. Положить заплатку на днище. И после этого приступать к замене самого усилителя. Сразу не снял видео. Вроде и не сильно было так вот подгнивший, но когда все скрывается, видно, что там беда, печаль. Внутри подварил, поставил латку, теперь буду переходить на низ, там подлатать и ставить на место усилитель пола.